Здравствуйте, мои дорогие дамы. С вами сегодня Катя Васильева. Я хочу ответить на вопрос. Я получила сегодня комментарий на видео «Восстановление после нарциссического насилия». И девушка меня спросила, так а где же про восстановление, да? Конечно, вживую и через YouTube так прямо говорить о восстановлении нужно сначала знать корни, которые вас к этому привели. Поэтому, конечно, на видео, на такие темы я говорю в общем, что как бы описывает нарциссизм, как они, в общем, себя ведут и какие, в общем, как бы у вас есть варианты. Но у каждой из вас своя история, и я не могу дать ответ конкретно, например, как излечиться вам. Но я пришла к такой идее, в прошлом году я делала это пользовалось огромнейшим успехом, и из 20 человек успех достигли 16 или 17, изменили жизнь, и вот сейчас год спустя мы общаемся, и, конечно, я вижу огромнейший прогресс. Значит, знаете, есть такая программа 12 шагов, да, зависимости для наркоманов, алкоголиков. Программа называется 12 шагов, там, анонимных алкоголиков. И как бы я делаю семинары, стартует марафон исцеления от нарциссического насилия за 12 шагов. И 12 шагов – это как бы 12 месяцев года. Мы начинаем все с понимания, потом мы начинаем с понимания нарцисса, потом мы начинаем с понимания нашей проблемы, потом мы формируем нашу проблему, потом мы ищем решение, используем техники как бы очищения самой себя и так далее и тому подобное. И все это за 12 месяцев. После каждого сеанса, это будет первая суббота каждого месяца. По моему времени это будет 11 утра, по московскому времени это будет около 7 вечера. Как бы другого времени я не могу вам предложить, потому что, знаете, в рабочие дни у вас у всех есть семьи, у вас скорее, если вы живете с вашим нарциссом, ваш нарцисс, конечно, может быть дома в 7 часов вечера, и вам будет, знаете, не совсем удобно и так далее. Те, кто живут в Америке, девочки, тоже в 11 часов у нас, как бы в 11-12 у нас здесь можно пойти в кофе, в Starbucks и так далее, как бы, знаете, легче, я думаю, легче избавиться от нарцисса в это время, в субботу в 7 вечера. Если вас не устраивает, пожалуйста, напишите, но в прошлом году мы делали как раз по этому расписанию, и это для всех замечательно работало. Значит, эти 12 шагов, и каждый месяц, после каждой субботы, семинар, кстати, длится 2 часа, количество мест ограничено, потому что я хочу, чтобы у каждого участника была возможность задать вопрос, потому что мы лично начинаем общаться. В прошлом году у меня было 15 мест, в этом году будет 20. И запись, конечно, заранее и так далее и тому подобное, как обычно. Поэтому после каждого семинара будет вам дано домашнее задание, и целый месяц вы будете это домашнее задание выполнять. И я не говорю, что оно у вас будет занимать время, или там, но вам, я гарантирую, что вам понравится это домашнее задание, и даже несколько каждый месяц, может быть, и что вы просто начнете чувствовать разницу в течение этого месяца и так далее. Но имейте в виду, что без вашей работы ничего не получится, абсолютно, вы должны работать, я могу вас просто направить, как бы, да, на путь, дать вам идеи и так далее. Работать над этим должны вы сами, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, идите на веб-сайт, вот здесь changelife.solutions, там есть опции, пожалуйста, связывайтесь, подписывайтесь, и увидимся первая суббота августа 2018 года. Еще вопросы и ответы. Опять-таки, на веб-сайте есть вопрос, задать мне вопрос, да. Я получила, например, на прошлой неделе я получила где-то 80 с чем-то вопросов. Я их группирую и создаю видео. И видео выходит у нас каждый раз в 2 недели, иногда раз в неделю, но, скорее всего, раз в 2 недели. Но вопросы и ответы есть
на Фейсбуке группа, которая называется «Я и мои нарциссы». И там по вторникам вживую я выхожу в эфир, опять-таки по Москве в 7 вечера, по центральному времени Америки это 11. Я выхожу в эфир, и я отвечаю на вопрос только для членов этой группы, поэтому тоже присоединяйтесь. Там пока сейчас еще мало участников, мы только начали эту группу. И спасибо всем тем, кто присоединился, потому что дамы участвуют в обсуждении и так далее, друг другу помогают, и это замечательно. Удачи вам, спасибо. Я вас всех люблю. Пожалуйста, оставайтесь счастливыми, сильными и красивыми. До встречи!